С 1 мая 2015 года в жилищный кодекс внесены изменения относительно лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. В настоящее время, значит, большинство управляющих компаний в районе Одинцовском получили лицензию на управление многоквартирными домами. Есть ряд управляющих компаний, которые эту лицензию не получили. Соответственно, те управляющие компании, которые не получили лицензию, не могут управлять домами. За управление без лицензии у нас предусмотрен административный штраф на юридических лиц от 150 до 250, соответственно, должностных лиц штраф менее, там, от 30 до 50 тысяч, либо дисквалификация до 3 лет.